Для ринга не было идеи. Но игры не так делаются. Какая идея? Игры делаются не так. То есть, опять же, вы имеете в виду, я говорю, игры делаются не так, игры делаются как угодно, с моей точки зрения, да? То есть, мои игры, я как автор, их делаю по-другому. А не то, что все игры делаются не так. Кто его знает, как они там делаются, эти игры? Кто-то так делает, кто-то не так, просто чтобы не было какого-то вот этого ощущения, что вдруг я знаю за всех, и как надо, и как правильно, и прочее, прочее. Ну так вот, игры мои делаются не так. Не так. Начинается с того, что ты ставишь человечка на экране. Ну, допустим, вот этого, вот который в маске стоит. И делаю красную человечка, и делаю ему удар. Подхожу вот так. Хоп, и он упал. И я думаю, офигенно. Вот это офигенная тема. Он упал. Вот это меня бесит. Ой. Вот это всех игроков ведь бесит. И все равно они это добавляют. Чем? Не знаю. Вот с этого игра начинается. Так, а что если я добавлю удар ногой? Раз. Класс. Круто. О. Стоит чувак, я к нему подошел, вдарил, он упал. Рукой, ногой. Все, вот это уже игра. Больше, в общем-то, ничего не надо, по большому счету. Что если машинка будет ехать вперед? Что если я пойду вот по этой, нажму на кнопочку и запрыгну выше? Сделал и запрыгну. Вот это игра. А все остальное, вот эта идея, сюжет... Это все лишние элементы. Для игрока ненужные. В общем-то, если автору по фану это делать, ну и слава богу. А если нет, то и тоже слава богу. Потому что, ну вот игра. Я играю красным каким-то человечком, который где-то ходит и кого-то бьет. Получаю я удовольствие сейчас? Да, получаю.